После скупого на голы матча с серебряными львами голевое изобилие и опять не в пользу «Чайки». Нижегородцев как загипнотизировал лидер молодежной хоккейной лиги «Воскресенский химик». Гости с виду неторопливо, но сразу же завладели инициативой, и гол в ворота Дениса Караваева на 6-й минуте выглядел абсолютно логичным. Казалось бы, подмосковные игроки получили все для того, чтобы диктовать свою игру, однако все перевернулось в одночасье, если точно, в течение 39 секунд. Именно с таким интервалом Илья Ямкин и Григорий Мищенко поразили ворота далеко не чужого нижегородцам, но в данный момент защищающего цвета химика Александра Пиманкина. «Чайка» расправила крылья и провела еще несколько острых атак. «Фортуна» не оставила усилия хозяев без внимания и одарила их очередной улыбкой перед уходом на перерыв. 3-1 благодаря Руслану Швецову. Однако с «Фортуной» нужно быть аккуратнее. Отыгравшие первый период без нарушений, во втором игроки «Чайки» удалялись трижды. Два большинства «Химик» использовал. Еще раз отличился при игре в полных составах. И как итог, 4-3 в пользу гостей ко второму перерыву. Причем беспокоил больше не счет, а отсутствие по-настоящему опасных моментов у ворот гостей. В третьем периоде «Химик» продолжил в том же духе и укрепил свое преимущество до 6-3. Причем гости следили не столько за собственной игрой в нападении, сколько за форвардами хозяев. Им попросту не позволяли приблизиться к воротам желто-черных. Лишь на последних минутах «Чайка» прорвалась в зону атаки и одну шайбу отквитала. Томас Журавлев подсластил пилюлю. Большего не позволил Пиманкин. 6-4 в пользу «Химика».